На улице Советской Армии дорожные работы. Движение автомобилей осуществляется по объездному маршруту. С утра на этом участке работает тяжелая техника. Рабочих при этом не останавливает даже промозглая погода. По их словам, ведется благоустройство прилегающей к строящемуся торговому центру территории. В настоящее время осуществляется замена бордюров. Объездным маршрутом при этом служит обочина. Об окончании срока работ не сообщается. Нет, асфальт не делаем. Тут брусчатка будет только. Асфальтной работы не будет.